Приветствую, друзья, канала Фишинг. Мы на спиннинговой рыбалочке с вами сегодня. В общем, есть много... Отучился уже ходить пешком долго-много. В общем, так, есть много интересных новинок, которые хочется протестировать. Удилище, обновка ZMX Spider Z10, друзья. Ну, покажу, расскажу, катушка новая. Есть новые приманки. Новая сумка даже, друзья. Фух, еще прохладно довольно. Такая вот красота. Туманчик. Ну, в общем, буду все испытывать. И куда, конечно, я мог приехать на тест своих обновок? Конечно же, на водоем, где есть рыба. А это водоем Крещевище. Ну, друзья, вперед, будем пробовать. Там у меня новая сумочка, ну потом покажу, как она выглядит. Спиннинджочек Spider Z 862 длина, это 2,60 почти, короче. Тест 5,25 и катушка Фаворит 4000 Хурикан. На спиннинг я дам ссылочку, распаковку не снимал, пришлось на новой почте проверить, меня насторожило состояние упаковки. В общем, ну, слава богу, все хорошо. А катушечку брал в местном магазинчике Float.com.ua. Кому интересно, переходите. Так, сейчас мы смонтируем снасть. Так, мне вертлюжок нафиг не надо. По большому счету, в общем, хочу проверить, друзья, именно сегодня свою новую снасть. Уже, в принципе, сезон не за горами активной ловли хищника. Вот, хочу на разных приманках проверить. В общем, это будет воблера. В описании написано, что он справляется, этот спиннинг, с воблерами до 115 миллиметров. В общем, хочу на вертушках. В общем, резина новая есть, все хочу, короче, проверить, друзья. Так, но говорят, что хищник не активен. Вчера пацаны на лодке выплывали. Два раза завожу в петельку. И дальше клинч обычный. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Я еще сплю, 4 утра подъем. Пока доехал уже. И рассвело. Красота. Ну, на день поднимется ветерочек. Сейчас пока красота. Давненько я на спиннинг не выходил. Вот, решил эту ошибку исправить. Тем более в комментариях люди просят. Так, ну что, начнем с воблерочков, наверное. Есть у меня. Ребята, которых я хотел бы проверить. Начнем вот с этого. Strike Pro Gilder The Cospot. Джакаловский. Как же его, не помню.
Короче, под Джакаловский какой-то воблер, тоже составничок есть у них, хитяра. Маглон вроде бы. Так. Уже руки. Там прыгает, интересно, карпуша или амур, или все-таки хищник прыгает. Он гоняет за ним, значит, рыбку он не пугает. Прикол. Не знаю, будет ли вам видно, я в очках поляризационных. Ладно, будем пробовать. Первый заброс. Ну, с этим коротышом спиннинг вообще без проблем справляется. Карпуша все-таки прыгает. Конечно, прикольно. Но нифига не летит. Не, ну вообще без проблем. Надо что-то себе побольше купить, подлиннее. Десятки проверять этот спиннинг. Ну, такой универсальчик я, в принципе, такой и брал. Береговой. Береговичок. Ну да, этот, конечно, что воблер не летит ни. Даже длинным спиннингом. Минут 20, друзья, уже кидаю. Там еще пообщался с карпятниками. Так, пока тишина. Уже поставил классическую классику. Релакс копыта. Ну, в общем, ставим цель. Уже на самом деле, друзья, рыбалок столько в году, что без цели просто на рыбалку, да, как большинство из нас привыкло ездить, уже неинтересно. Поэтому цель — поймать щуку. Поймать щуку. Вот на каждую вымостку я захожу, которые не заняты. И, ну, примерно 5-7 забросов веером делаю. Сейчас на копыта будем пробовать. В общем, цель — поймать рыбку и обновить спиннинг. Ну вот сейчас я бросаю 8 грамм, джиг-головка. Ну, за горизонт реально удилище бросает. Релакс классно работает на равномерочке. Вот такая классическая классика, друзья. Небольшого размера равномерка с небольшими паузами иногда. Так вот, короче, как-то. Ну, пока тишина, я вижу, карпуша прыгает, остальные ребятки молчат.
Ну, еще полдня, и почти все озеро нужно обойти. Друзья, кто-то укусил. Большая щучка. Первая задача выполнена. Сейчас мы ее освободим. Как раз мат есть. Укусила. Открывай рот. Ай, погрызла мне полностью. Погрызла виброхвост. Вот, чуть-чуть закровило. Но тем не менее. Вот такая вот. Отпускаем. Чтоб долго не мучить. Пошла. Блин, вот полотенце я, конечно, зря не взял. Так. Копыта сработала, друзья. Что, надо менять что-то? Копыта уже неинтересно. Вот от компании Вист съедобный силикончик. Червячок такой. Называется Твист. Вот. Следующая задача, друзья, разловить силикон Вист. Народ хвалит. Надо и себе попробовать разловить это дело. Сумочка, кстати, шептала, друзья, бомба. Вообще. Насколько удобнее, чем с рюкзаком. Пассивный силикончик нужно будет подыгрывать. Но летит, конечно, бомбей. Такими рывочками. Ну, поддергиваниями. Засадил воблер, друзья, приходится лезть. Блин, от камышей эти штрупаки ноги колят. Блин, ну воблер дороже. Блин, шо ж он так далеко еще? Не достать. Еще не разловленный. Блин, все труселя намочил. Блин, глубоко засел, зараза. Ёперный балет. Еще и оборвал.
перепробовал, друзья, весь свой арсенал, можно сказать. Засадил воблерочек. Блин, жалко, что не так воблерочек, что не разловленный. В общем, вернулся назад к копыту, к тому, который поймал щучку. Короче, щучка сегодня, друзья, очень пассивно. Пошел перепад погоды. У нас были дожди и холодно. Сегодня вот жарень уже сколько там времени, не знаю, часов 8 утра. Ну, уже очень жарко. Вот, но я надеюсь, ветерочек чуть-чуть поднимется и рыбка зашевелится. Пока что вот так как-то. Ну, будем ловить то, на то, на что клюнуло. Что там выдумывать? Есть у меня идейка еще прогуляться здесь после обеда с лайтом, с лайтовым удилищем. Вот. Ну, сейчас уже кружок дойду. Блин, жалко, воблер не разловленный засадил, это самое обидное. Думал, есть. Ну, вот возле берега, еще когда водоем подготавливали, когда он был еще дикий, никому не нужный, косили камыши, и вот такие штрупаки торчат везде. Вот. Но приходится рисковать, потому что щучка, как правило, в камышиках стоит именно возле берега. Активно. Ну, карп прыгает целый день. Но хочется на спиннинг подубасить чуть-чуть. Будем пробовать. Может, сейчас ветерок чуть-чуть сгонит рыбку все ближе к этому берегу. Так вообще не видно, чтобы и малек гонял. Малек-то есть, а вот что его кто-то гоняет, не видно. Так, релакс копыта, как я и говорил, на прямой проводке сработал. По спиннингу пару слов. Ну, в принципе, я очень доволен. Но единственный момент, вот у него тест 5.23, если я помню, а 2.59 метра, друзья, чтобы точным быть, 5.28. Спайдер за 10, это лимитированная серия, по-моему, приурочена к юбилею 10-летнему создания фирмы Zemex. Ну, удочка классная, легкая, воблера твичить можно, 80-ки, по крайней мере, точно, я уже проверил. Ну, ощущение даешь, что и 110-ки будет твичить. Но есть единственный момент, по нижнему тесту слабовато. Ну, в принципе, бросает, но недалеко, и чувствительность тоже падает. Вот 8 грамм, уже бомба. Головка 8 грамм я поставил. Уже меня устраивает вполне. И чувствительность, и проводка, и все дела. Вот. Ну, я, в принципе, так и брал такой береговой универсальчик для более дальних забросов. В принципе, пока доволен. Уже и разловил рыбкой. Довольно легкий. Довольно чувствительный. Вот чувствуется, когда в травинку тыкается. Ну, на 8 граммах особо в руку проводка не отдает. Ну, по шнуру, в принципе, не проблема. Я думаю, грамм с 12 точно будет отдавать. Ну, ступенька. Можно по шнуру определять. Это вообще не проблема. Так, я уже что-то и жрать хочу, друзья. С утра не позавтракал. В 4 утра ничего не лезет, кроме кофе и папиросы.
удивление, мало карпятников сегодня на водоеме. Ну, пол водоема прошел, одна щучка. В принципе, неплохо. Лучше, чем ноль. Но хуже, чем 10 хвостов. Так, ладно, идем дальше балдеть, переходить я. Вымостку обловил, это тут ничего интересного. Все, друзья, пару слов о сумочке. Шептала для ходовой рыбалки бомба. Ну вот у меня сейчас нагружено очень много, там и вода, и все дела. Есть крепление на пояс и крепление через плечо. Ну, очень, реально очень удобно. Я просто сел отдохнуть, ну, что задолбался с непривычки. А так, конечно, боковые карманы, здесь карманы. Ну, вообще супер придумана сумочка. Классно пошита, мне нравится. Я теперь ходовую рыбалку с рюкзаком вообще не представляю. Только шептала, только сумка спиннингиста. Кстати, у них есть там разные варианты. Каждый себе подберет то, что ему нужно. И цвета тоже есть разные. Был, друзья, еще ударчик поставил копыта. Но не доело. Сейчас попробуем доловить. Копыта маленькая. Снова удар. Чего ж не доедает. Неактивная щучка, блин, жалко, конечно, но ничего. Задача минимум выполнена. Посмотрел карпятники, ловят, блин, самому сразу на карпа захотелось. Заброс. Вроде бы она его хочет скушать, но что-то стесняется. Ладно, пойдем дальше. Друзья, вон прицепилась еще одна. Буквально в самом берегу взяла, я даже не успел. Сожрала жадно. Может, она еще проснется, блин. Походу, в жабры я ее загнал. Сейчас попробуем освободить. Давай, хоп. Ну, пошла. Пошла. Стала, стоит. Не в жабры, просто видно, где-то в венку попал. Сейчас очухается, пойдет. Супер, супер. Я даже уже на такое не рассчитывал. Так, друзья. Уже рыбалочка подходит к концу, в принципе, не так много времени я на это выделял. Стало время, наверное, подвести какие-то итоги. Значит, ситуация такая. Цель я ставил обрыбить удилище, в принципе, цель.
выполнено, две щучки. Ну, я еще дойду, там еще вымосток 7 у меня есть впереди. Вот. Ну, суть в том, что щучка не активна. Ну, сейчас и понятно, сейчас еще и не сезон. Все-таки середина лета, перелом погоды. Но два шнурка удалось уговорить. Значит, по снастям, ну, удилищем вообще доволен. Дальнобойное, в меру чувствительное. Понятно, там не сверх. Ну, это ж и денег оно стоит вменяемых. Не сумасшедших, там, как эти всякие. Мега-мега крутые. Вот, с 8 грамм мне комфортно работать G-головкой. В принципе, на то и рассчитывал. Потому что все-таки заявленный тест довольно широкий. 5,28. Да, не ошибся. Как правило, когда заявленный тест такой широкий, ну, нижний и верхний пределы теста не очень хорошо работают. Вот серединка супер. Ну, так и появилось. Вот, ну, дно отрабатывает, вот видно всякие там коряшки или неровности на дне, все видно. Стука на 8 граммах не получается. По крайней мере, у меня, возможно, шнур затолстый. Ну, суть в том, что удилище легкое, работать комфортно, супер. Катушки фаворит, есть вопросы, ну, просто надо подкрутить. Вот тут вот шат. Вот, ну, новая катушка могла быть уже и готова быть к эксплуатации. Вот. В принципе, ну, петель не кидает, и на том спасибо. Вот. Так что, в принципе, друзья, вот такая вот получилась рыбалочка. По чуть-чуть к активному сезону я готовлюсь. Жалко, не разловил приманки вис, но я в них и не упирался, еще буду упираться. Мне очень нравится и текстура, и запах, и вообще прикольные приманочки. Вот. Ну, я упирался в первую очередь в то, что ловит. Вот. Здесь и сейчас, можно сказать так. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. По спиннингу тоже будет много интересных рыбалок. Еще спиннинговый сезон впереди. До встречи на рыбалке и канале Official. Пока, друзья!